Киноуроки в школах России – проект, который стартовал в 2015 году с первым детским художественным короткометражным фильмом «За руку с Богом» на тему бескорыстия. После положительных отзывов педагогов и родителей создатели фильма продолжили снимать короткометражки. Один фильм – одно человеческое качество. Фильмы показывают в школах и других образовательных учреждениях страны. Премьерный показ очередного короткометражного художественного фильма «Отыщи мое сердце» прошел в Сарове. Ленту снимали в Нижегородской области. В гостях побывали авторы сценария, режиссеры и идейные создатели фильма Елена Дубровская и Ольга Илюшина. Мы прошли на экскурсии по вашему городу и поняли, ну, столько сочетаний горящих сердец, которые думали не о себе, а думали о других и жили на благо других. И поэтому мне кажется, что ваш город заслуживает отдельного киноурока. Киноуроки создают на средства, собранные от акции «Киноэкология». На протяжении прошлого года образовательные и культурные учреждения города собирали макулатуру. После этого вторсырье отвезли в Нижний Новгород. Средства от сбора направили на организацию съемок фильма. Саров возглавил список самых активных участников акции «Киноэкология». Горожане собрали 13 700 килограммов макулатуры. На мероприятии наградили отличившиеся школьные коллективы. Вы все являетесь сопродюсерами этого фильма, и каждая школа у нас в титрах обязательно. Вы все себя найдете. И этот фильм создан благодаря вам, для всего мира, для всех детей нашей страны, и действительно уже огромного-огромного мира. И фильм «Отыщи мое сердце», я думаю, он, что каждый, кто принял в нем участие, вложил частичку своего сердца. Поэтому в этом фильме вы его найдете. Поздравляю вас с премьерой! Киноурок «Отыщи мое сердце» посвящен любви. В фильме в роли актеров выступили школьники со всей Нижегородской области. Исполнить главную роль удостоился саровчанин Дмитрий Яицкий. Была моя первая роль. Она была тяжелая, потому что первая. И касательно главного героя, был вопрос в Нижегородской области, в Нижнем Новгороде, точнее. Сложно ли мне было играть? Да, определенно. Но этот персонаж, он частично похож на меня. Было сложно играть любовь. Это, наверное, одно из самых сложных чувств, которые вообще играть нужно. Вот. Но вроде как справился. Это уже решать зрителям. Школьники смогли задать интересующие вопросы авторам фильма и главному актеру. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.